Как распределялись деньги между семьями рода, допустим, между вдовой Цезаря и Атией? Был ли общак, где хранились деньги и так далее? Если в банке, то каким образом охранялись гроши и кем? Это же решал глава семьи конкретной, потому что не было главы какого-то большого рода, вот всех прям Цезарей. Было куча семей, этих самых Юлиев. Ну и там папа, отец семейства решал вопрос, как, кому, сколько денег. Общего родового общака вообще его не существовало. А так, пока папа жив, он все распределяет сам, когда папа умер, у него завещание есть. Если нет, есть римский закон, который всем обеспечит необходимую доляну. Охранялись грошики охранниками, вооруженными дубинами. Это могли быть свободные, нанятые просто охранники, могли быть рабы.